Автовладельцы ежедневно рискуют потерять свою машину из-за неоплаченных долгов. В минувшие выходные судебные приставы и инспекторы ГИБДД вышли в рейд по аресту имущества должников. Автомобиль должников останавливали сотрудники ДПС. Должникам на месте было предложено оплатить сумму задолженности. Они отказались. Был наложен акт ареста имущества. Машины были поставлены на штрафстоянке. У одного из автовладельцев сумма штрафа превысила 300 тысяч рублей. Арест имущества мы можем производить с суммы свыше более 3000 рублей. Не все должники согласились с требованиями представителей закона. Женщина-автомобилист отказалась ставить машину на штрафстоянку. Был вызван эвакуатор. Машина на штрафстоянке направлена эвакуатором. Теперь придется оплатить всю сумму долга. Эвакуатор и стоимость дней за стоянку, которую она там произведет. Чтобы не попасть в столь неприятную ситуацию, прислушайтесь к совету приставов. Своевременно оплачивать свою задолженность и не затягивать с оплатой. Рейд в минувшие выходные проходил в поселке Заволжский. Должников будут выявлять ежедневно во всех районах областной столицы и в пригороде.